Для кого-то зубовские чтения – это шанс проявить себя, для других – возможность познакомиться с творчеством литераторов. Но в первую очередь это дань памяти Евгению Зубову, поэту из Мисайлова. Племянница Евгения Петровича, Валентина Банникова, частый гость зубовских чтений. Она считает, что читателей в творчестве поэта привлекает простота слога и знакомые каждому сюжеты. Близка природа, ее красота, вот все это, что нас окружает, для нас, для всех это очень близко. И, наверное, может быть, просто, вот что, просто и доходчиво для всех. Большая благодарность всем, кто продвигал вот Женин талант, кто этого добивался. Очень большая благодарность всем тем людям, кто занимался этим большущим проектом. Конкурс «Зубовские чтения» проводится с 2010 года. За это время в нем приняли участие более 3000 человек. Большую роль в создании фестиваля сыграло литературное объединение имени Шкулева. В 2009 году возникла идея, что хорошо бы, чтобы сначала школьники, младшие школьники в основном читали стихи Зубова на конкурсе. И был учрежден такой конкурс, который назвали «Зубовские чтения». Членом жюри 15-х «Зубовских чтений» стал председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов. Он отмечает, что выступающему на конкурсе необходимо донести до зрителя посыл автора. Задача нас, писателей, пробуждать глаголом, жечь сердца людей. Важно поэтому, конечно, не только хорошо написать, но и хорошо представить творчество. И «Зубовские чтения», которые уже 15 лет проходят в городе Видное, Московской области, яркий пример того, как надо представлять хорошую, качественную поэзию. Формат мероприятия постоянно менялся. Изначально в конкурсе участвовали только школьники, теперь фестиваль открыт для всех желающих любой возрастной категории. Я участвовал во всех мероприятиях, посвященных Зубову. Мои, так сказать, усилия творческие были оценены, и в прошлом году мне присудили Зубовскую премию. Семилетняя Кира Смиркина принимала участие впервые. Она выбрала стихотворение Евгения Зубова «Март». Спасибо, жизнь, за новую весну, с которой повторится все сначала. Я решила выбрать именно это стихотворение, потому что мне нравится природа. Алексей Гаштинарь выбрал для исполнения на конкурсе стихотворение Евгения Зубова «Яблоня». Я его выбрал, потому что мне очень понравился смысл этого произведения. То есть, о чем он и как он написан был. Она жила немало лет на свете, ее плодам так радовались дети. В голодном детстве яблок сладкий дар. Зубовские чтения – это возможность проявить себя, а также увековечить имена писателей Подмосковья, стихи которых передаются из поколения в поколение. Дмитрий Книга, Инга Янчук, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.